В анализе завершен полностью, закрыт внешний контур кладка, приступили к внутренним кладочным работам, собранное ИТП готово принимать тепло. Первый этап отделочных работ в детском садике на 200 мест на территории ЖК «Ильинские луга» уже начался. Об этом доклад главе муниципалитета Дмитрию Владимировичу Волкову на очередном заседании строительного штаба. Всего же в округе сейчас возводится более 20 объектов социальной направленности. Львиная доля, конечно, образовательные учреждения. В этом году задача стоит амбициозная – открыть 12 детских садов и 5 школ. При этом важно не только построить и оснастить здание, но и заблаговременно начать подготовку к самому учебному процессу, в котором первостепенной задачей стоит поиск и прием на работу профессионалов высокого уровня. Следующая задача – это набор кадрового состава. Это тоже действительно проблема, но есть меры поддержки, которые нам с февраля месяца позволят, я надеюсь, дополнительно привлечь и воспитателей в детские сады, и нянечек, а также в школы весь педагогический состав. Этим мы сейчас активно занимаемся и уделяем особое внимание. Удалось выдержать хороший темп строительства. Долгожданный детский сад в поселке Новый вот-вот встретит первых малышей. В апреле откроется дошкольное учреждение в Сабурово, а к 1 марта в ЖК «Город в лесу». Активно строятся и школы. Одна из крупных в Отрадном, рассчитана на 1375 учеников. Поскольку в поселке есть конно-спортивный клуб, глава округа предложил продумать возможность организации для ребят специальных программ. Я в свое время занимался гипотерапией, особенно детишек. Мы его вливали, брали специализированного тренера, все это очень помогает. В любой школе есть, мы прекрасно понимаем нашу историю с адаптацией. И есть особенно детишки. Сегодня мы эту историю разделяем. Прямо, может быть, еще и к этому делу перспективу реализовывать, прорабатывать политику населения. Помимо образовательных учреждений, в округе завершается строительство многоквартирного дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Два путепровода и туннель призваны разгрузить поток в одном из густонаселенных районов округа – Путилково.